Скільки ще буде горіти наша земля? Коли розвіється дим, ми прийдемо до вас. З відповідями. За плитами не видно, кто там. И каждый день здесь как будто бы бой. Бросают тень те крики, что за спиной. И каждый день. Олексій Лялін, або ж XL Deluxe. Український хіп-хоп та R&B-виконавець з 2004 року активно займається продюсерською та промоутерською діяльністю. За словами Олексія, політика, гроші, війна, релігія та ідеологія – це те, що нас ділить. Якщо нас будуть ділити, то це нас буде робити слабшими. Як на вас повпливало те, що відбувалося в країні? Чи повпливало це на вашу творчість і взагалі ваша думка, що зараз відбувається в країні? Я до сих пор не можу розділити нашу країну, тобто я не можу сказати, що Крим не наш, да, как Крым наш, не наш. То есть я не могу сказать, что там Донецк, Луганск, то есть для меня это все Украина. Это скорее братоубийственная война, чем война каких-то народов. Да, потому что, по сути, мы один народ, и в первую очередь гибнут украинцы, за какие бы интересы они ни выступали. Мы должны это помнить, и это очень плохо. Военные действия происходят все-таки из-за греховности, понимаете? То есть дело не только в политике. Мы должны также осознавать, что кто-то, пока идет война, зарабатывает на этом деньги. Пока можно на этом зарабатывать деньги, причем большие деньги, это будет продолжаться. Да, то есть если посмотреть, то вроде бы всем, кроме простых людей, от этого только хорошо. Ну, наверное, да. Кто-то уходит, уводит там в тень бизнес, кто-то у кого-то что-то грабит, отжимает, забирает. Им тоже хорошо. Кто-то что-то продает туда. И все зарабатывают, не задумываясь как бы о завтрашнем дне и о том, что мы вообще вкладываем, что мы вообще разрушаем свою душу. Вот. Если мы задумаемся об этом и прислушаемся к себе, и подумаем о других, тогда это начнет останавливаться. Мне кажется, уже хватит верить просто телевизору и прессе. Да? Нужно немножко задуматься. Если мы сами не понимаем, не можем разобраться, просто нужно не искать врага в ком-то там, в соседе в одном или в другом, говорить, это Америка или это Россия, вообще занимать чью-либо сторону. Нужно немножко просто обратиться к своему сердцу и просто, почитать историю, посмотреть, что происходило в Римской империи, посмотреть, что происходило в 1917 году, разные стороны, проанализировать. Мне кажется, в голове что-то может проясниться, да? Как говорится, рыба гниет с головы, да? Вот, но, тем не менее, я тоже не поддерживаю, когда люди неуважительно обращаются к власти, да, когда они там оскорбляют кого-либо или власть. То есть, если эта власть такая, какая она есть, значит, и вы точно такие же. Потому что вы эту власть выбрали. Вы ее сюда привели, а теперь вы на нее кричите, ругаете, обзываете этих людей. Пойдите разберитесь тогда сначала с собой, вот, прежде чем кого-то осуждать. Иметь свою как бы оригинальную критическую точку зрения – это нормально. И власть должна как бы справедливо это воспринимать, если как бы их кто-то критикует, но трезвомысленно, трезво, да, там. Те, кто сейчас под шумиху там начинают петь патриотические песни на украинском языке, просто рифмуя какие-то слова наугад и, скажем так, просто рифмуют какие-то популярные фразы, они никого не цепляют. Даже те, кто на патриотической волне или на националистической волне, они реально не цепляют. Ну да, прикольно, кто-то на украинской мове заспевал. Мне кажется, чтобы припинити и заспокоить конфликт, да, в первую очередь, нужно не поддерживать конфликт, нужно не поддерживать агрессию, нужно не поддерживать тенденцию, да. Лично наш вклад, то есть, мы очень много помогаем реально там, и простым людям конкретной помощью, и, я не знаю, то есть мы никогда не вели счет, но вот просто чисто от нас, вот от наши друзья, близкие, семья, там, моя сестра, если мы узнаем информацию, и более того узнавали даже специально, что кто-то нуждается, может быть, в детской одежде, в детской обуви, в медикаментах, в еде, в игрушках, мы старались это осуществить, и, наверное, несколько сотен семей получили эту помощь лично, вот так просто лично, по звонку, да. Другие добрые люди, украинцы, русские, неважно, узнавая, что мы этим занимаемся, помогали нам это сделать. Мы в Киеве проводили благотворительные социальные концерты и в городе Ирпене,
и собирали помощь, например, для тех же пострадавших солдат, там, раненых. Да. Мы проводили спортивные турниры международного уровня, которые поднимают имидж Украины в глазах окружающего нас мира. Да. И на этих международных турнирах встречаются спортсмены из самых разных стран, да, из 15 стран. То есть это то, что спорт — это то, что объединяет. Музыка — это то, что объединяет. Вера — это то, что объединяет. Политика, деньги, религия, война, убеждения, идеология — это то, что нас будет делить. А если нас делить, мы будем слабее. И вот мы должны понять, что мы хотим: быть слабее или сильнее. Если сильнее, значит, мы должны быть едины, сплоченные, стоять друг за друга спиной. И тогда ни один политик, ни одна там идеология нас как бы не сможет разрушить. Потому что мы знаем, ну, типа, что мы как бы, у нас есть круговая порука, да, мы братья славяне. А если один там человек поможет другому, то всем станет немножко легче, и у каждого есть такая возможность. Поэтому это было всегда так и будет, то есть и это нормально. Ну, мы всегда вот, да, смотрим какие-то, может быть, нам нравятся там кавказские народы, мусульманские, да, вот, что они, даже если приезжают к нам в Украину и живут, или еще, они как-то всегда вместе, да, они кучкуются, более вроде бы дружные. А украинцы вроде как и живут по принципу «моя хата с краю», да, такие чуть-чуть там, такие безразличные, эгоистичные, жадные. Я так не думаю. Я считаю, что украинцы, Украина, русские, белорусы, да, ну, я как бы не делю наши народы. У нас очень богатая история, очень духовная история. У нас намоленные земли. Киев — это потрясающий город. И мы, ну, то есть наш как бы народ украинский — это вообще пример для многих других, да. Почему всегда приезжают люди, говорят, какие вы гостеприимные, какие здесь классные девчонки, добродушные, радостные. Ну, что мы такие есть, как бы реально люди солнца, света и позитива. Вот. Но, видимо, через масс-медиа, видимо, через какие-то трудности пытаются нас немного изменить в худшую сторону. Но в итоге ничего не получается. Вот, понимаешь, то, что сейчас происходит, это всего лишь какой-то момент в истории. Да? Возможно, завтра будет совсем другая ситуация. И мы просто, ну, даже это, может, вспоминать не будем. Или будем вспоминать как какое-то такое мгновение секундное, во время которого немножко там люди, кто-то настроился против кого-то там, или вошли в замешательство. Вот если мы сейчас заедем в любую страну, да, мы везде встретим очень много украинцев на самых разных должностях, начиная от официантов и администраторов и барменов, заканчивая там менеджерами в компаниях. Почему-то они уезжают, да. И это, ну, можно сказать, что одни из лучших уезжают. Значит, им здесь как бы тяжело, некомфортно, они не могут здесь найти себя, им приходится искать себя где-то. Ну, мне кажется, что это немножко обидно должно быть для страны, да, что самые там прогрессивные люди, там, интеллигентные, миролюбивые, там, добрые, должны обязательно сваливать из страны, чтобы найти свое счастье, или даже не счастье, а просто хотя бы свой уголок где-то там за тысячи-тысячи километров от родного дома. Нужно создавать комфортные условия, чтобы человек не хотел ничего плохого сказать, не хотел отсюда уехать, но чтобы он хотел здесь работать на телеканале, или на студии, или в школе, или в больнице. Создавать комфортные условия для украинцев — это и будет наибольший патриотизм со стороны власти и забота и любовь о людях. И тогда никто, ни у кого никогда не появится никакой мысли там: давайте отделим нашу область или наш район, или давайте выйдем сейчас на площадь против этого лидера. Если лидер делает хорошо для людей, он заботится, он любит, они это чувствуют, никто не будет возбухать, скажем так. Я за то, чтобы наконец-то как бы пластинка начала играть правильно, и украинцы хотели оставаться здесь и реально, ну, как бы гордились тем, что они родились здесь, живут, будут продолжать свой род, будут продолжать наш, скажем так, украинский род и там развивать нашу самобытную культуру, укреплять наш язык, наши традиции и там, и не смотреть куда-то там за кордон, да, где там нам может быть лучше. Потому что постоянно быть в бегстве, постоянно смотреть на кого-то, эти живут лучше, эти хуже. Ну, неправильно, тем более мы живем в очень богатой стране. Если наше творчество может вразумлять людей и заставить задуматься, и вообще наш пример может быть позитивным примером, то я буду благодарен вселенной, что у нас эти качества. Из опыта могу сказать, что мы, наверное, все-таки благоприятно влияем на людей своей культурой и той миссией, которую несем в музыке. Вот. Мы развиваемся духовно, входим в храмы, читаем книги, пишем песни и делаем больше как бы светлых, добрых проектов в нашей стране.